Всем привет! И вы на канале Сестрички Лайф. И сегодня у нас новый челлендж 24 часа. 24 часа под кроватью родителей. Да, ребята, кто нас смотрит уже давно, мы снимали это видео 2 года назад. Сегодня хотим повторить его. Сейчас у нас 9 часов, и мы должны уже ложиться спать. Мама к нам придет, чтобы сказать спокойной ночи. Мы оставим скрытую камеру. Что, ребят, мы вот здесь оставим камеру. Будем ждать маму. Все уже? А что такое? Что нельзя было убрать, что ли? О, мы хотим спать. Девочки, я же говорила, что когда вы... Что перед сном нужно все убирать, хотя бы, чтобы в порядке было. Завтра. Завтра должна быть чистая. Да. Вот так вот и будет, нет, давай ты уберешь это все. Ну что это такое? Так. Ай, спать хочу. Да что? Тебе чё эти руки холодные? Не знаю, холодно, наверное. Все, спокойной ночи. Пока, мам. Пока. Давайте, пока. Я сейчас хочу. Только не разговаривать. Да, ладно. Все, пока. Ладно. Ну что, ребят, мама еще там на кухне убирает. А, Ксюша, давай снимем ТикТок. Только чтобы мама не услышала.
Сейчас я его подпишу и спрошу вас, какой челлендж мы снимаем. Готово. Ребят, здесь очень скучно. И мы взяли с собой вот такую игру. Уно. Уно. Сейчас мы будем играть. Закрой, чтобы нас не было видно. Удобнее так. С моей тоже. Ты думаешь, мы тут сможем уснуть? Наша мама ложится спать очень поздно. Очень. Ну, может, не будем ждать до завтра. Да, пока она заснет, потому что нам же завтра в школу. Ксюш, нам нужно поставить будильник раньше, чем мама. Да. Где-то в 6:30. Не знаю, чем тут заняться. Не знаю, что. Чё? Рисовать. Спать. Давай поспим за завтра. Как нам надо идти спать, потому что нам завтра рано утром вставать. Мама идет. Пранк. Ну что, ребят, мы, наверное, будем спать. Камеру отключим, чтобы батарейка не садилась. Хватит! Да хватит! Сейчас мама услышит, ты что совсем уже? Ну что, мы уже будем спать? Я знаю трик, как можно встать, если она спит. Не спит она. Девочки, власти уже, пожалуйста. Девочки, под кроватью спать неудобно. Ма, ну как ты узнала? Вам делать нечего? Ай! А? Я когда спать ложусь... Я захожу к вам и проверяю, как вы там спите. А сейчас я зашла и смотрю, там никого нет. И как ты думаешь, что я подумала? Где вы? В
под кроватью. Девочки снимают 24 часа челлендж под кроватью родителей, да? Да? Ну да. Побежали? Ну да. А теперь идите к себе в кровать. Ура! Yes, я здесь буду. Да, я здесь буду спать. Ну или со мной спите. Смешно. Все. Давайте спать. Не получилось у вас? Нет, не получилось. Завтра в школу тем более еще. Как вы хотели спать там, как в школу, потом сонные пошли бы. Ну что, ребята, у нас не получилось всю ночь пролежать под кроватью. Но зато мы будем спать вместе с мамой на маме на кроватке. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки. И подписывайтесь обязательно на наш канал. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока. Все, выключаем свет.